Ну какое-то должно быть преимущество у того, кто снимает на стриме. Так-так-так. Всем привет, ребятушки. С вами упоротый цветок. И я съел Витька. Нет. Мы продолжаем играть в Саус Парк. И... Блин, тут так страшно, мы в лаборатории, а тут мутанты многожопые на нас нападают. В общем, ребята, Dead Space, можно сказать. Многожопый Dead Space. Ладно, иди. Okay, так, ты сейчас идешь по направлению к моему мертвому сыну. Продолжай идти. А он наверняка ожил и сейчас... А у него там задница на раз в 10 больше, чем у всех остальных. Он же первый эксперимент. Опа. Прекратите опыты над животными. Бесчеловечно. Животные тоже люди. Мы против жестокости. Мяу. Хороший хэштег. Мяу. О. Снэппи Снэкс. О, продавец. Че продаешь? Сыворотка оживления. Оно мне пригодится. О, я хочу жить. Огромная порция такитов. Знаю, как огромное количество здоровья выбранного товарища. Ага, ладно. Это просто... Так, у меня нервный тик был на руке, поэтому я купил столько. Что это за свет? Мамочки! Посмотрите-ка на мелкого четвероклашку. Слушай, а это не ему я жопу надрал, а? В самом начале игры. Мутант шестиклашка. Иди сюда, слина. Ой-ой, обнимашки, эй, Джаспер, иди сюда, чувак. Тут фотки сисек, чувак. Сисик? Хочу увидеть сиськи. Где? А. О, смотри, 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 что там. Все. Реально ужастики. Так, судя по всему, мне вот в эту дверь. Сиськи смотрят. Так. Мы можем с этим взаимодействовать? Можем. Так, давай-ка сдуем. Сейчас что-то будет. Давай, заряжай свой патронтаж. А, я сейчас могу полутать контейнер, я понял. Там какая-то должна быть слизь. А, дис, DVD-диск анальный. Почему это в том контейнере хранилось? С какой целью? Так, ладно, паника. Выключить. Что будет? No signal. Эй! Включим. Хорош смотреть. Так, я вижу, здесь можно что-то хакнуть. Ну-ка, давай хакнем. Угу. Давай, давай, доставай свое орудие смерти. Сейчас мы его запустим на третью орбиту. Так, а что мне с ними делать? No signal. Мне нужно сигнал включить, да? А я там пройти не могу. А вот это засада. Походу, его придется драться. Или на паузе. Давай на паузе поехали. Нужно главное включить, чтобы они прилипли к экрану. Во, нормально заработало. Смотри, все кормежка пошла. Школа для одножопых гомиков. А с ним что делать? Может, мне туда надо зайти? Хорош. Анализатор плазмы. Что-то выглядит он не как анализатор плазмы, если честно. Сейчас посмотрим. Выглядит он немножко дилдовато, скажем так.
Прототип экзотического артефакта, способный раздуть задницу до невероятных размеров. Блин, дичь. Хоп. Ты уже смотрел на сиськи, говорит. Убийственные тенденции ДНК. Я не думаю, что оно будет круче, чем ДНК с Ктулху, но надо посмотреть. Понимаете, нам любопытно. А если я сейчас не посмотрю, то я потом... Ну да. Ну Ктулху... А, смотрите, здесь скорость на один увеличивается еще. Ну это для шустриков прикольно было бы, да. Ну Ктулховая самая крутая, конечно, ДНКуха. Она только с плюсами. Я же могу здесь пройти? Что такое? Походу, с этим придется сражаться все-таки. Вечно говорит, прятаться не получится, четвероклашка. Шевели поршнями. А если я в них петарду кинуть? Витя, беги! А, ладно, придется драться, ребят. Придется драться. Тут уже никак. Давай, все те же. Погоди, погоди. А что это, они друг с другом сражаются, что ли? Молодцы. Я пытаюсь посмотреть на сиськи. А, там, где были сиськи активированы, там нам помощь пришла, получается. Так, ну это жесть какая, взрывающаяся дичь какая-то. Ох, так, может быть как-то... Ну, надо бэхать их, наверное. Они мощные! Блин, они еще и ходят далеко. А, не, он прыгнул. 1350. Нифига себе в них сколько жизни. Ну, по крайней мере, не сильно бьют. Ну, пока. Как хорошо выстрелились, прям под пулемет, а ты смотри. Так, ну здесь явно бэшечка напрашивается. Но погодите, тогда я пулемет не смогу качественно воткнуть. Ну если я бэшечку прожму... А, погоди, они же взлетятся в разные стороны. Тогда я смогу вот сюда поставить пулемет, до всех дотя... О, отлично, жмем бэшечку. Воу, привет! Ёлки-палки, они не сдвинулись. Теперь я не смогу пулемет сделать. Так, я смогу как-то их отодвинуть? Черт, как так-то? Видимо, никак. Ну ладно. Ты, говорит, меня возненавидишь за это. Плюх. Как же, говорит, я ненавижу? Так, Human Kite. Опять ты как-то не у дел остался. Слушай, как у тебя так получается? Ну, все время, когда у нас где-то не там. Ну вот видите, я хотел сюда пулемет поставить. Я думал, что вот эти отодвинутся на одну клетку направо. И я вот сюда пулемет воткну. Но теперь получается, я не могу его туда поставить. Я могу поставить его вот сюда. А, нет, я даже и сюда не могу его поставить. Ну, вообще косяк. Вообще косяк. Придется хлыстиком, наверное, тогда работать. Принимаем парня к себе. Пусть за нас поработает. Колдовские чары. Дерись! О, как раз он ходит. Нифига себе, 600! Вот это он плюху двинул, а? А! Так. Это на месте стоит, отлично. Это сейчас драться будет, да? Нельзя. Нельзя, я сказал. Жить.
А, смотри, эти штуки шоком бьются еще. Так. Угу. Что бы нам такое сделать, как бы нам такое изобразить? Искусство изобразительное. Давай вот с этого мы немножко наберем жизни себе. Мощнейшая способность. Ну, в принципе, можно и прожать ее мощнейшую способность. Она всем раздаст, это прикольно. Сейчас мы их быстро уделаем. Прощай, говорит Инсулин. Не-не-не-не, погоди. У нас все про. Я помню рекламу, когда по MTV. Би-б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 и. Такие там буквы Б ходили везде. Только прилетает. Киви. Так, я докину. Блин, что же я никак щит-то не докидываю. Что ж такой самый бесполезный член команды, а? Ничего не может сделать толком. Лук щиты кидает, когда не надо уже. А, ну я опять не могу пулемет поставить. Ну, чтобы по всем, да? Я еще ничего не могу сделать. Да как так у меня получается, а? Ладно. Надери ему жопу. Так, а теперь наша очередь, да, воевать? Можешь просто побить его там. 333. Не, давайте лучше мы с вами наберем побольше. Побольше щита наберем и еще заодно отодвинем чуть-чуть. А то он так далеко ушел, я по нему попадать сейчас не буду. Так. Let's dance. Let's dance. Остановка времени тоже можно отменять атаки. Правда? Так, посветим. Смертельное свечение. 500. Он же на 500 просто вдаривает. Сфинктерплекс. Мышцы гориллы. Там, наверное, плюс 40% на силу будет. Сейчас пойдем все изучим. Какие-то вещи просто сверхэпичные уже дропаются. Тихо, с нами хотели поговорить, но мы прервали человека. Так, где тут сфинктерплекс ваш? Когда мощи одной задницы мало, сфинктерплекс может создать магический круговорот биоэнергии многожопости. Блин, во как стелит, а? Уран эффекта, полное исцеление. Ну давай возьмем. Давай возьмем, чуть больше силы не помешает. Так, и посмотрим, что тут у нас выпало. Плюс 30, плюс 20 жизни. Ну, такой нормальный. Вот так, путь открыт. Центральный процессор где-то там рядом. И... Новичок, слава богу, ты должен его остановить. У него крышу снесло. Картман, придурок конченый, что ты делаешь? Конор меня привел. Человек воздушный змей. Ай-яй-яй. Заткнись, Енот. Скоро я избавлю город от тебя и всех друзей Енота. Мы борцы за свободу, толстожопый. Мы знаем, что ты делаешь, Эрик. Ты подмешиваешь мочу в наркоту и так далее и тому подобное. Мы хотим знать так. Да зачем, психовный кружок? А надо ли говорить это вслух, Енот? Город загнивает. Мы об это знаем. Лишь раз в году он принимает нормальный облик на Рождество. Поэтому я стал членом торговой палаты, чтобы воплотить в жизнь свой план. Поощрять преступность, так-так-ап, со всех фанатов. Выбрать и так далее. Гениальный план, да? Чувак, сделай селфи быстро. Мне почти жаль, что никто никогда не узнает, насколько гениальным был план. Чувак, на этот раз ты зашел слишком далеко. Никто не даст тебе стать мэром. Да неужели все подписчики новичка теперь мои? Все до единого теперь подписаны на меня. Ух ты, ловко придумано. Эрик, я знаю, на первый взгляд Рождество каждый день. Это круто, но это не так. Пошел ты, доктор Тимоти. Если вы не раздражаете, ребята, мне надо идти вниз. Нет.
Блин! А вот и центральный процессор. Проклятие, зачем я прицепил его к дверце люка? А почему бы и нет? Боюсь, теперь кому-нибудь придется спуститься на нулевой уровень и запустить экскурсию. Так ладно, быстрее, новичок, нам надо выбираться. Да, новичок, хватит фигней страдать. Иди уже работай. Молодцы, ребята. Кто ноет? Кто это делает? Перестань. Не переживай, Москит, мы здесь не умрем. Погоди, погоди, я хотел это. Скотч, ионная отвертка. А вот это вот не то, что можно полутать, нет? Не сюда, да? Нет? Выход. О, вот сюда. Продолжаем, ребята, ходить по непонятным. Так. Человек-сдуватель. Ты мне нужен. Пап, если ты читаешь это, я тебя люблю. Я передам от тебя привет маме. Прикольно. Заряжай. Скоро босс будет. О, это прикольно. Мне подсказывают в чате, конечно же. Мы же все на стриме снимаем. Кто не догадался до сих пор. Так, атомный костюм. Прикольно, но я ассасин. А это подписка. Мяу-мяу. 9 икфельса. Прикольно. Пирд, удачи тебе, пишут мне. Мачи меч. Подписался мяу-мяу 9 харисап. Привет, суперд, удачи тебе. Надо же босс справиться с этим произношением. Зарезай, хомяка, заряжай, заряжай. Давай, крохотуля. Ага. Даже вот так. Сколько всего должен сделать, чтобы пройти дальше, а? Давай, полетели уже. Пирдкур. Пиво, там внизу что-то есть, кстати. А как это взять? А, наверное, сейчас я спущусь туда. Точно. Я уже хотел прыгать в бездну. Еще пирдкур хочешь? Ну, погнали. Плачущие мальчики немного милые, правда? А, жаль, мне не жаль. Жаль, мне не жаль. И переписка пошла. Блин, жалко, что это переписка. Ну, я не знаю. О. Ну, как-то вот... Такой поток информации большой. Вот что я хотел сказать. Я не успеваю за всем. Да, я... Тормоз. А давай уже перни нормально. Опа, на лестнице, прикинь. Нам вниз. Четвероклашки. Сакс. Отстой. Я думаю, здесь то же самое продается, да? Ну да. О, кажется, все животные-мутанты вырвались на волю. Ну что ж. Что это было? О! Милашки какие. Смотрите. Это рыбы-зайцы? Что это? Странно. Я думал, сейчас на меня кто-нибудь нападет. Да ладно. Ты человека-коты, что ли? Похоже, ты нарвался на шестиклашек мутантов. Да еще и голодных. Смотри, чтобы не съели. Ну, я понял. Счетчик Гейгера. Он нам поможет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Куда ты идешь? Эй! Пипец. В любом случае нужно было драться. Будь осторожны, здесь решетки. Я сделал их подвижными, чтобы в любом случае мутанты могли пропадать снизу. Так. Сейчас проверим, как паузой можно прерывать атаку вражескую.
Неплохо я по 88 стал выносить. Давай еще разок. Давай круг делаем еще. О, действительно прервалась. Прикольно. Хм. Сейчас ненавижу четвероклашки. Так, капитан Диабетик идет в атаку. На! Так. Ловлю волну. Так, миксуй. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, щекотно. Ух ты! Что это было? Решетки. Сделай звукоизоляцию стен, чтобы никто не мог слышать криков, было совсем недешево. Зачем ты нам это сообщил сейчас, а? Ладно, я сейчас быстренько их уже завалю. Сейчас его хвостиком, вот смотри. На. Ой, что-то я как-то помазал. Что, зачем хлыстика, можно было сразу обоих вальнуть. Ладно. Время диабета. На, на. Сделай себе нормальные задницы. О, нет. Дикобразы поперли какие-то. Вот не тут-то было, ребята. Есть продолжение банкета. Брам-брам-брам-брам. Так. О, мой ход. Отлично. Пью. Полет навигатора просто какой-то сейчас был. А почему мой ход-то кончился? Фига себе, зенитка. Мимо. Как она кровотечение может повесить, я не понимаю. Так, true power of diabetic. Ну, в принципе, эти решетки по сотке все убьют, это копейки. Поэтому пофиг на них. Так, готов к флешмобу, говорит. Я, говорит, готова. Так, мне еще одного человека надо сдвинуть. Даже двоих. Быстрее можно? На! Куда ее поставил? Сейчас она улетит в космос. Та-дат. Та-дат. Я хотел наверх ее поставить оттуда. Летающая турель. Это нормально. Я думаю, сейчас что-то еще выйдет, поэтому особо не сражаюсь. Ну, в смысле... Так, social media accounts. Я думаю, сейчас еще кто-то выйдет, поэтому я не трачу ульту. Во-во-во-во-во-во-во-во. Так. Это что-то не в кассу как-то у нас стоит. О! А вот теперь ульта отлично зайдет. Дождался! Бомби! Опять сейчас по всем сразу. Ух, классно! Слушай, по-моему, это самая топовая ульта. Она всегда мне пригождается. Она всегда так классно заходит, ты посмотри. По всем, по четверым проходили. Вот так вот. Минус. Полетели, кайтмен! Пушки опять некуда стрелять сразу. Кто там ходит?
Точи свои когти об защиту, действительно. Так. Девчонок вообще, она реально игреком закидывает, всех падает, еще защиту снижает. Просто топ. О! 500. Это потому что защита снята была. Так быстро. Фу. Раздвоенное наследие. Гормоны ярости. Сейчас пойдем посмотрим. Учитывая, что нифига эти обилки не работают у этих артефактов. Может, просто мне битый какой-то попался. Скотч. Ради скотча я дрался. О, молодец. Давай глядеть, что тут за арты. Так, это у нас вот такой арт, да? Раздвоенное наследие. Так, промах критическим ударом имеет 50% шанс на успех. То есть даже если я не попал в критический удар, то 50% шанс, что он все равно сработает. Я правильно понимаю? Ну то возьмем, надеюсь, сработает. Так, еще тут у нас какой-то ДНК новый должно был появиться. Ну, в принципе. Слушайте, классные ДНКшки пошли. Смотрите, и перемещение увеличивает, и мужество. Если сейчас какой-нибудь ДНК на разум с перемещением выскочит, я, наверное, даже возьму. Потому что я все равно за разум весь. Единственное, я не понимаю, вот эти вот, это только на меня распространяется, вот эти вот изменения характеристик, или на моих друзей тоже, по-моему, только на меня. То есть, если появится с кучей мозгов и с плюс передвижением, вот как вот это. Вот смотрите, это вообще для меня топ будет, плюс 40 мозга, плюс одна клетка передвижения. Конечно, чуть меньше силы в этой жизни будет. Это будет очень круто все равно. Будем ждать и надеяться, что такая выпадет. Пошли дальше. Человечище. Шелунишка, это ты. Вижу, что ты. Очаровашка, это я, папочка. Сейчас раз, а у него там жоп куча. А что, не нажимается кнопка почему-то? Они пытались получить мою ДНК и ДНК твоей мамы. Тебе нужно вытащить меня отсюда. Видишь тот компьютер? Он уже готов к обработке ДНК твоей мамы. Быстрее, она в следующей комнате. Возьми образец мамин ДНК, принеси его сюда. Не мешкай. Погоди, погоди, тут сумки можно открыть. Что, мы туда, да? Сейчас я на всякий случай все слутаю. Погоди, погоди. Вон мама. Все, я иду к тебе. Давай ДНК. Шестиклассники, они появились из ниоткуда. У меня ноги сломаны. Золотце, мама не может ходить. Пойди в город и приведи помощь. Солнышко, послушай, они хотели отрезать голову папе, чтобы получить его ДНК. Прости, радость моя, но тебе нужно закончить начатое. Единственный способ выбраться отсюда — это убить папу. Я все слышал. Что с тобой такое, мать твою? Можно я поговорю с нашим ребенком без твоих нотаций? О, так ты опять у нас жертва, да? Ты цепляешься к каждому моему слову. Ладно, мистер Безупречный, давай, золотце, отрежь папе голову быстрее. Вообще дичь какая, ты чё, мать? Тактический гений, ну-ка, может это то, что мне нужно? Ням-ням-ням-ням-ням. Нет. Плюс 50 разума. Я возьму. А, во. Что она сказала? Она сказала тебе, что это не ее вина? Ну, как обычно. Я знал, что именно так и будет. И поэтому я сказал твоей мамочке держать свой рот на замке. Пошел ты! Я говорил тебе, что если они узнают о способностях нашего ребенка, то попытаются получить нашу ДНК, чтобы сделать генетического клона. Нет, ты не говорил, сука! Послушай, крошка, центральный процессор готов к обработке одной из наших ДНК. Просто придумай что-нибудь, чтобы... Не заставляй нашего ребенка выбирать между нами, это несправедливо! Я застрял в этой трубчатой хрени! У меня сломаны ноги и рука на соплях держится, если я начну шевелиться, я умру от потери крови! Ты слышишь? Пойди возьми мамину руку, это должно сработать. Ага. Ну-ка, мама, где рука? Мама, дай руку. Ты что делаешь? Нет, пожалуйста, крошка, я уже и так потеряла много крови. Да что, издеваетесь, что ли? Что мне делать-то? Все, я теперь должен выбрать, что ли? Это плохой выбор. Я не хочу его делать.
Давай мы голосование у зрителей устроим тогда, да? Свалим всю ответственность на вас. Ну какое-то должно быть преимущество у того, кто снимает на стриме. В общем, ребята, Машнатор 3000 я достал. Единичку в чат. Ликвидируем батю. Двоечку в чат. Ликвидируем маму. Голосуем. Ну что, ребята, голосование окончено. За маму 134, за папу 266. Ну и, конечно же, 14 человек, как обычно, за то, чтобы я поиграл прямо сейчас в сапера. Ну, вы понимаете, о чем я. Погнали. Нет! Нет, деточка, эти кнопки управляют лазером! Стоп, ты убьешь папочку! Пожалуйста, твоя мама запутала тебе мозги! Вся проблема... Ней, убей ее! Я всегда любил тебя! Это твой последний шанс! Не нажимай последнюю кнопку! Не смотрите на экран, ребят. Просто отвернитесь. А я пока сохранюсь. На всякий пожарный. Отвернулись? Глазки закройте, я скажу, когда можно открывать. Стоп. Пока ты этого не сделал, пока ты это не сделал, иди спроси маму, что она подсыпает тебе в еду. Поверни, просто иди спроси ее. Тебе обязательно нужно это знать. Ну ладно. Золотце, тебе надо отрезать папе голову. Что происходит? Если заберешь мою руку, я умру. Пожалуйста, не думай, мамочка, радость моя. Да что происходит-то? Я хотел спросить, что ты мне в еду подсыпаешь всего лишь. Эй, что ты делаешь? Кто тебя на это подбил? Это тупая стерва. О, слава богу. Я знал, что ты не сделаешь папуле ничего плохого, деточка. А теперь иди... Ты прощай, папочка очень сильно тебя любит. Ну нафиг. You did the right thing, sweetheart. Now get out of here and go get help. Образец органической ДНК принят. Ух, чувствую, я сюда поналожу, ребята, немножко зашифровочки. Поехал я сюда. О! Магазин. Тебя-то я и искал. Сыворотка максимального оживления. Что тут есть, что нет? Кто-нибудь, вытащи меня отсюда, помогите! Эй, ты тут тупой четвероклашка, вытащи меня отсюда! А, говорит, у меня появилась еще одна жопа. Это правда? Так, это что, это каретка с углем? Нам вот сюда. Вот так. Видите, это было совсем несложно, правда? Почему так долго, новичок? Ладно, Бартин, свободу. Нам надо добраться до города и рассказать всем, что задумал Картман. Я так не думаю, парни. Вы прошли этот долгий путь для того, чтобы умереть. Борцы за свободу, енот и его друзья. Борцы за свободу, енот и его друзья, енот и его друзья, енот. Аккуратнее, парни, у него есть супероружие. Все кончено, толстожопый. Да, ты все слышал, Коннер, сраный ты извращенец. Заткнись, енот. Мы должны, нужны друг другу. Я планирую преступление, а ты совершаешь его. Я отлично подхожу, так. А, он хочет создать своего собственного новичка. Что ты сделал, Эрик? Просто как остановить героя и создать его на основе гигантского модифицированного друга енота? Что, чувак, это мать твою? Что ты имеешь в виду, енот? Ты что, правда мутанта создал из его же ДНК? Ты какого такого так пошел в фильме? Это не круто, это круто. Так, давай уже, босса мне выдавляй. Выдавай мне босса. Какого супергероя ты склонировал?
Боже мой, что-то большое. Я вернулся! Жесть. Кайл 2 Genetic Mutation. Я думал, он типа меня сканировал. Посмотри на меня, братишка Кайл, я ужасный генетический мутант. Ничего страшного, кузен, мы тебе поможем? Не получится, я думаю, что клеточная реструктуризация затронула мой мозг, и я должен нападать на всех вас. Иначе у меня будет мигрень, готовьтесь к драке, тряпки. Жесть. Какая жесть. Ой, он большой. 9750. Просто успокойся, братишка, все будет хорошо. Прости, Кайл, но меня переполняет ярость мутанта. И сейчас я должен вас просто убить. Подождите, подождите, остановитесь. Какие проблемы, доктор? Ух, ладно, я просто хочу посмотреть, как генетически измененный супергерой делает кетчуп из своих врагов. Приготовьтесь, что меня здесь нет. Притворитесь, что меня здесь нет. Молодец. Тихо, что так сразу драться-то? Паузу. Иди давай, надавай ему. А что не бьешь-то? Вообще не могу бить его. Что за фигня? Что здесь? Ёлки-палки, пока его найдешь, а? Так, он стоит здесь. Блин, опять мне все мешают, что такое? Так, отсюда раз, два, три клетки. Так, ладно, турельку вот сюда ставлю. А, он две клетки по вертикали занимает, все, я вижу. Аккуратнее. Так, ты не долетишь, да, до него? Да. Отсюда он... Да, там его нет. Ну, тогда стой. Может вызвать какую-нибудь кокулю там, что у меня есть. Кто-то просил одноразовый мобильник использовать. Бьет врага и убегает. Нет, не интересно. Все, ждем. Так, вот ты мне нужна, ты должна ему снизить защиту. Слушай, это вообще топ. Топ-обилка. Смотри, он такой маленький, такой маленький телефончик достал. Так, ты у нас светишь через две клетки. Значит, отсюда. Пью 500 сразу, вот так вот, нормально. Ух! Ни хрена себе. Да. Турель было не очень удобно использовать. Так, восстануть я могу через три клетки, да? Отлично. Держи. Так, а вот ты теперь давай будешь его сдерживать. Пум! Эй, ты куда? Вернись на место. Ну, пока все легко выглядит, ребят. Посмотрим, что будет дальше. Толян, кто-то кричит. Ну да, Толян покинул нас. Еще минус 500. О, господи, моя рука, это просто царапина, но она чешется, так что у меня аллергия. Тихо, куда ты побежал-то? Нифига себе, он больно бьет. А, мы теперь в обратную сторону пошли. Слушай, а он жесткий. Так, что делать? А он жесткий так-то. Пердей надирает пердаки. Так, а что если его пытаться остановить прям вплотную? Ну, то есть этого он никак не пробивает. Нужно держать его вплотную к этому чуваку, чтобы он далеко после него не бегал. Хотя он, возможно, просто тупо далеко бегает. Это очень нечестно. Согласен. Тихо. Давай притормозим парня. Пойдем, попинаем его чуть-чуть. Бей ты его уже. А что происходит-то? Странно, я бью пустое место. Flash,
А это и прикольно, она стоит в уголку и вообще пофиг. Она закидывает всех телефонными звонками просто. Так, тайм-аут, мне грязь на очки попала. Нам с ним не справиться. Надо подождать, пока станет светло. Его кожа очень боится солнца. Но как мы продержимся так долго? Ну не знаю, надо попробовать. Ладно, продолжим. Я уже протер очки. А у меня же есть пердок, который, извините, время искривляет. Кто-нибудь может пошарить по моим складкам? Так, когда я намазался на себя защитный крем, я и... Что у него происходит? А у него крем солнцезащитный есть, прикиньте. Он намазался. Так, он где стоит сейчас? Вон там, да? Соответственно, мне нужно сделать дуэльку вот сюда. SPF. Солнцезащитный крем. $792. А, пока он намазывается, нужно долбить его по полной программе. Да елки-палки. Я все упустил. Да какого хрена? Я все пропустил. Я опять все пропустил. То есть нужно было долбить его, пока он кремом мазался. Кто ж знал-то, а? Слушай, я бладерным чуваком засветил бы ему сразу на 1500, я так понимаю. Что-то меня снесло, ребят. Боже мой, что с тобой происходит? Ну ладно, зато все остальные вижу. Хэштег my turn. Боже, говорит, как же Витя медлит. Витя пытается разобраться. Это ты уже все знаешь, я-то ничего не знаю. Побежал, молодец. С этим можно так бегать. Можем, кстати, воскреситься, но я не вижу смысла особого, если честно. Хотя вот сейчас я даже стрельнуть не могу, можно и воскресить. Так, сейчас мы воскресимся. Я же там как раз накупил кучу банок воскрешения. О, 29 банок. Ой, дала. И чё, почему я не могу? Сыворотка оживления оживляет вашего товарища и устанавливает ему небольшое количество здоровья. А, во. Теперь взымайся ввысь. Я живой. Так, мой ход. Слабовато я бью, я более массовик, затейник, конечно. Так, а что я ульты и прожму? Я, в принципе, ульты какой-то такой нету. Ты даешь мне силы? В принципе, это прикольно. Этот его кайтит туда-сюда, остальные потихонечку ковыряют. Витя Тормоз! Да, это мое второе имя. Так, используй свой феноменальный пердеж. Погоди. Давай. Опять ночь. Давай, мочи. Пока он мажется, ультанем его. Зачем ты делаешь такие ужасные вещи? Так надо. Вау, да там живые люди есть. Так, кто? Я теперь опять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бэшечку ему. Давай, быстрее, мочи. Ай, Грик. Хорош. Все. Все, я снова в игре, кричит. Не успел. Жалко. Эй, гори, ясно, чтобы не погасло. Снова я? Ух ты, как интересно.
стоит там из угла накидывает. Попрощайся со своей репутацией. Пью-пью. Да все же, там жизни-то осталось на полпертка. Сейчас мы тебе лазерный выстрел сделаем, смотри. 500! Не сбавляй обороты. Ну вот. Кого-то приложила. Ну все уже, нет. Живой еще. Ты смотри, какой живучий попался. Давай не будем рисковать. Давай подложим ему турель лучше. Хотя я думаю, он и турели меня заодно сразу вальнет. Он же там как-то бьет плоскостью. А я сейчас смс-ку кину. А, он пошел. Ну я же сказал, он сейчас меня прибьет. Я зря это сделал. Ну ладно. Я отомщу за тебя попердень. Что происходит опять? У меня в носу небольшое кровотечение горит. Нифига себе, небольшое кровотечение у него в носу. Ну что, давай похлопаем его по пузику. Очнись же, новичок, мы победили. Ты меня разбудить так хотел? Мы же победили. Перни последний раз, новичок, давай, тушься изо всех сил. И... Игрик! Давай! Ну что ж такое? Да как мне это все прожать-то, боже мой, сразу? Да какого хрена? Как это можно было прожать? Что происходит? Боже мой! Поразительно, все это время я думал, что внутри задницы. Что внутри задницы? Новый уровень. О боже мой. Я ничего не понимаю, что происходит в этой серии. О, я, кажется, потянул мышцу. Я не буду больше играть. Новичок, ты в порядке? Твой последний пук, наверное, убил его. Это было нечто, чувак. Никогда не слышал такого пердежа. Но надеюсь, вам понравилась экскурсия. Возможно, теперь вы по достоинству оцените все возможности генной инженерии. Теперь вы можете идти прямо через магазин подарков. Магазин подарков? Можете проходить по магазину, пока еще не ушли. Вы можете купить футболку с надписью «Я вышел среди мутантов». Или можете фото с экскурсией распечатать. Классная фотка. Купите что-нибудь на память. Валим отсюда, мать вашу. Какая херня. Ладно, надо рассказать все про Картмана. Но кому? Не знаю, сколько сейчас времени. О, вот дерьмо. О, нет. Что такое, мистер Рон? Чувак, новичок так пернул, что мы перенеслись. Куда? Посмотрите на телефоны. Мы обогнали время на целых... О, отлично. Своим пердежом новичок перенес нас на неделю назад. Вперед. О, проклятие, он нас подставил. Молодец, новичок. Сегодня Картман принесет присягу мэра. И мы во всем виноваты, во всем виноваты, новичок. О, вперед, борцы за свободу, надо остановить его. Ух. Я сделал это. Многожопие доктора. Борцы за свободу, это мистер Рон. Я сейчас в мэрии. Вам надо это видеть. Быстрее сюда. Встретиться с борцами за свободу в муниципалитете. Фух, блин, нифига себе, вот эта серия была, а? Вот это жопы, вот это пердеж. Бесконечный пердеж жопных задниц. Как-то так. Опять чмо, говорит, во всем виноват. Не чмо, а громожопый. Называйте его так. Ну вы же понимаете, да, что мы сейчас закончим, это было эпично. Но... странно. Давай камеру разобьем. Неразбиваемая камера. С вас, ребята, лайки. Тут осталось буквально, я не знаю, серии либо две. Не, ну, до конца, до финала, наверное, серии осталось. А может и две. Ну, нам нужно будет потом еще, правда, погулять тут по городу, поделать всякие квесты, наверное, интересные. Но это уже потом. А пока... пока. Лайки, подписки, комментарии, писание, ссылочка, подписывайтесь на группу ВКонтакте. УЦ. До свидания.